Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Вот так выглядит наш пруд на 13 апреля 2019 года. Вода заполняется, но еще до конца не дошла. Где-то метр, наверное, 30. Ну, метр-то точно еще нужно, чтобы дополнилось. Но, тем не менее, в принципе, пруд уже весь почти заполнен. Как сказал Александр, можно кататься на лодке. Ну, вокруг острова дела обстоят следующим образом. Сейчас еще отсюда сниму весь пруд. Вот он. Такой вот у нас получился. Получается от края и до острова 65 метров. И, по-моему, метров 12 в ширину он у нас получился, если мне память не изменяет. И вот такой вот островок. Вокруг островка пока вода еще плохо набирается. Можно сказать, почти ее нет. Но будем надеяться, что вода наполнится, чтобы у нас получилось здесь все красиво. Мы потом сделаем мостик, беседку. И будем отдыхать на своем острове. Вот. Хотим еще весной съездить куда-нибудь на пруд и каких-нибудь привезти водоросли. Вот. Потом снимем видео, какие водоросли мы запустили в наш пруд. Ну и так, пробную рыбку запустить. Будет она вообще здесь жить или нет. Потому что здесь у нас камень, возможно, что-то будет ей не хватать, и она будет подыхать. Но это будет весной, там увидим. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!